Всем привет! Хочу показать такую штуку. Кускус. Я никогда не готовила, только слышала, что готовят вкусно, тра-та-та и тра-та-та. Значит, это быстрого приготовления уже готовое блюдо. Только налей воды. Значит, это готовится 5 минут. Это тоже 5 минут. Значит, так. Фирма Жменька. О, ложечка должна быть внутри. Это 70 грамм. Значит, тут калории. Значит, концентрат сухой. Значит, состав кускус. Крупа 86%. Потом, значит, яблоко сушеное, соль. Лук, чеснок, томаты, морковка. Дрожжевой экстракт. Чудесно. Кориандр, тмин. Перец, куркума. Но у меня сразу вопрос, зачем же здесь дрожжи? Ну ладно. Есть глютен. Ну, глютен, потому что пшеница, понятно. Значит, это делает Сквира. Вот. Телефон есть, срок годности. Тра-та-та, все как жиры, белки, углеводы, ля-ля-ля. Значит, что нужно сделать? Значит, открыть, добавить водички. Чайничек уже закипает. 120 миллилитров. Хорошо размешать и дать поставить 5 минут. Можно, значит, масло добавить. По желанию. Ну, даже вот отметочка есть. Прикольно. Интересно, сейчас еще открою, внутри есть или нет отметка. Ну, то есть... Понятно, легко, плюс еще английский язык, чудесно, значит, где-то на экспорт еще. Вот так. Второй кускус у меня новоукраинка, фирма совсем другая. Если этот по-мароккански, да, по-мароккански, то этот идет с томатами и базиликом, я очень люблю. Ну, все женщины, наверное, любят томаты и базилик. Здесь у нас в составе, ну, снова же, пшеничная крупа, не написано сколько, конечно, но концентрат, приправа, соль, сахар, пиццелевый чеснок, аромат, глутамат, всякие мальтодекстрины, понятно, не очень. Здесь у нас Запорожье, Украина вот делает. Ля-ля-ля. Значит, здесь тоже крышку открыть, залить. А, здесь 140 миллилитров кипятка. Перемешать и подождать 5 минут. Тоже английский. О, чудесно. Мне нравится, что на двух языках. Прекрасно. Ладно, открою этот сначала. Но одной рукой не откроешь. Так, ложечка. Складная. Пластиковый стаканчик. Я почему-то не думала, что он такой мягенький. Я думала, он бумажный какой-то. Стаканчик пластиковый. Вот так выглядит этот стаканчик внутри. Вот здесь вроде крышка должна лучше открываться. Крышка, конечно, здесь поплотнее. Прикольно. Но я ее открыла. Такая хорошая здесь. Здесь коробочка больше намного, чем вот. То есть разница. Снимается верхняя. О, здесь совсем все по-другому. По цене вот этот вот по-мароккански не намного отличается от этого. Приблизительно одна цена, 20 с копейками гривен. Чуть меньше долларов. Ложечка такая, конечно. Стакан побольше, ложечка поменьше. Так, ну и здесь у нас идет наполнитель. Наполнитель. Кусочки. Кусочки какого-то мяса. Даже не знаю, мясо это или нет. Или сухарик какой-то. Здесь в этом стаканчике мяса как-то нет никакого кусочка. И здесь лук или петрушка. А, нет, ничего нет, мне показалось. Нет, есть какая-то зеленуха. Ну, базилик же здесь. Сейчас понюхаю, как пахнет.
Ну, базиликом не пахнет. Я делаю приправы свои, поэтому я знаю, как пахнет базилик. Даже если купишь, запах, конечно, обалденный базилика. Базилика. Ну, а здесь, конечно, базиликом даже не пахнет. Хоть написано, что это томат и базилик. Томатами пахнет, ну, пахнет как гороховый суп в брикете. На запах. Сейчас этот, а здесь вот кубики такие, типа аля мясо. Ну, мягкое такое, как резиновое. Не знаю, мягенькое. По-марокански не пахнет помидорами. Вообще ничем таким непонятным. Не знаю даже, чем оно пахнет. Ничем. Даже сухими приправками они особо пахнет. Не знаю, не пахнет. Сейчас залью кипятком и буду... Ой, здесь, кстати, меньше воды, да? По-моему, 140 мл надо налить. Слепая. Тра-та-та. Да, 140. Ну, сейчас налью. Но здесь мерного ничего нет. Даже внутри нигде не видно, чтобы было мерно. Насколько наливать. А здесь же, да? Боже, где же было нарисовано? По-моему, здесь вот. Здесь отметка есть. Ну, сейчас налью, покажу. Вот так вышло. Я сюда еще покрошила курочку. Ну, у нас была в духовке жареная курочка. Покрошила еще курочку сюда. А здесь, оказывается, я тоже нашла. Значит, вот здесь мерное, значит, деление. Но это мне как-то... Ну, я еще не пробовала, жду, пока будет 5 минут. Сюда тоже курочку добавила. Но здесь вода как-то не особо впитывается. Ну, не знаю, здесь больше впитала. Ну, сейчас еще подождем 5 минут. Перемешала. И потом попробую, посмотрим. Так. Значит, запарилась, пришло время. Здесь воды, ну, практически нету. Бульона, можно так сказать. Здесь же... Еще остался. Ну, может, чуть. Ну, такой жирненький плавает бульончик. А, ну, у меня аж курица здесь. Почему бы и нет? Ну, здесь очень-очень мало. Ну, сейчас попробую на вкус, конечно. Пробую такую крупу первый раз. Вкус. Не знаю, интересное такое, что там. Шарики все-таки эти во рту. Не знаю, где здесь томаты. Кстати, у меня есть сушеные помидоры. Я их сейчас сюда покрошу. И базилик у меня есть. Я сюда добавлю. Ну, а здесь вообще как-то такой нейтральный вкус. Не соленая, не перченая. Ну, как перекус на работу. Можно брать. Ну, не более того. Ну, сейчас еще доем. Может, о чем-то подумаю.